санки не улетели. А то ветрище сегодня. Друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня прибыл опять на большую воду, на новое место. Глубина сейчас подо мной примерно 9 метров. Луночки закормил, дует очень сильный ветер, восход. И сейчас будем начинать рыбалку. Рыбачить мы сегодня с вами, ребята, будем на чертиков. Чертиков существует великое множество разных конструкций. Бывают сочлененные чертики, бывают чертики с различными обвесами, пайетками, бусинками, бусинками-эксцентриками и так далее и тому подобное. Но мы сегодня с вами будем играть сильно, будем ловить на голову черта. Вот посмотрите, какие здесь есть чертики. Чертики, овсиночки, всевозможные, с бусинками желтыми, эксцентриками. Самодельные мои чертики, вот эти вот разные. Дальше вот ведьмы есть всякие. И как вы можете заметить, на половине из них есть обвесы. Вот есть еще вот такие вот чертики, видите, сочлененные с бусинкой латунной. Но мы сегодня с вами будем ловить именно на голову черта, потому что часто бывает, спрашивают у меня в ВКонтакте, клюет ли вообще рыба на голову черта. Ну, сегодня я вам это дело покажу. Так. Третьей лунки рыбка клюнула. Нормальная какая-то. Окунек. Хороший. На голову черта. Нормально. Похоже на окуня. Ой, лесочку подтравливает. Ой, это подлещик. Да нормальный. Нормально, хороший. Вот это. Это товарищ. Товарищ, да к товарищ. Вот. Зачет. Рыбка. Красота. Грамм, наверное, 700 есть. Карасик такой хороший, добрый. Взял на три крючка сразу.
ни за что бы не убежал. Вон как. Нормально. Я поначалу подумал, что это окунь. Вот. Но. Хорошая рыбка. Хорошая. Вот он, на самом верху. На самом верху. Но не крупный подлещик. Ах ты, убежал, вот же засранец. Пока удочку откидывал, убежал. Есть, 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 есть. Ну так окунёк попал, не крупный. Интереснее рыбка, что тянет, наверное, тоже окунек, только чуть-чуть покрупнее. О, это вот же засранец, видели, как он убежал, как он это сделал, а? Прямо тут. Есть, есть. Окунёк. Кушок. Хорошо. На падение клюнула рыбка. Нападение. О, убежала. Ой, хорошая была, блин. О, есть. Тоже крупный. Тоже крупный. А, нет. Первый был хороший, этот уже
тоже пойдет. Подлещик. Шо. Ну не крупный, но пойдет. Интереснее кто-то. Тоже окунек. Есть. Ларишка, стой. Вот он. Попался. Все-таки попался. Наконец-то. Шок. Вот он. Приподнял. Приподнял. Подлещик. Нормальный. О, попёр. Попёр. Эх ты! Зацепился за край лунки и убежал. Сейчас уплыл туда. Вот же ж паразит, а! Вот чертик. Вот этим мне не нравится чертик, то что так вот клюнет одна рыба за целый день, и та убежит. Эх, ну ладно. Ну такой лещик был, наверное, грамм 700. Хороший.
попался все-таки. Не знаю кто. Мелкий какой-то. Травил меня. О-о-о! Привет, друг. Вот я тебя и поймал. Сегодняшний улов, да, конечно, улов скромный, но тем не менее моя задача была выполнена. Я вам показал то, что рыба клюет на голову черта. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы оцените его пальцем вверх. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ловите ли вы рыбу на голову черта или нет. Ну а у меня на этом все. Пора собираться домой. Встретимся с вами в следующих.